можно даже сказать, аристократического дома. Полковничья дочь, как-никак, оробела. Оробела тогда множество направленных прямо на меня глаз. Но превзмогла себя и выскочила прямо на середину зала. И как стучит, лица вокруг меня расплываются, сливаются в какое-то белое тесто, марево. А я себя пляшу и ничего уже вокруг не замечаю. Пляшу, словно вся жизнь в том танце заключается. Точно оттанцую сейчас и умру. Непременно помру. Вот вам истинный крест, так и думала. Потому что невозможно уже было выжить после этого танца. Невозможно. А можно было только на последнем издыхании поклониться, да и упасть замертво. Да взнестись немедленно прямо на небо. Никогда я так не танцевала, господа. Никогда. Ни до того, ни уж тем более после того. Вся жизнь моя в том танце и кончилась. И не было вовсе у меня никакой жизни. А было только томительное ожидание. Верный помощник, будет со мной. 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 Верный помощник, будет со мной.